И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем просто тупо по ресурсам. Теперь я могу, по сути, путешествовать так, как я хочу. Кстати, ты там не альфач, не простой. Вот. Кстати, из-за того, что я вчера тупил... в прошлой серии, в смысле. Я не показал, что можно зажать R и заглянуть к нему в инвентарь. То есть это рюкзачок. Это рюкзачок именно. Вот. То есть даже в описании у него написано, это типа рюкзак. Как он есть, это и рюкзак, и крылья, и полет. В общем, массивный, короче, если честно. Честно, я так и не понял, что качать. У него есть крик. Крик, как я понял, вроде как сбивает всех седоков, кто сидит у тебя на плече. У него есть автоматический какой-то крик и так далее. Ну, то есть, как бы, опять-таки же, непонятно. Что, когда, где. Вроде как он может сбивать, все делать. Но опять-таки же это больше для PvP, поэтому для меня это рюкзак. И это очень классно тем, что я могу его, не снимая с себя, залазить в инвентарь, складывать туда все и тем самым увеличивать себе вес. Также еще здесь поставил печек. И, кстати, да. О, видали? Да, я ее притомил. 150 левел. Эй! Подвисло. Раскраска, конечно, прикольная. Такая боевая раскраска. Это, конечно, прикольно. Качнем выносливость. Пускай будет. Ну вот, потому что у моего этого птерчика, ну, очень плохо с выносливостью. Так как эта локалка здесь у меня нету... Ну, такой фигни, типа, я не могу вызвать скряпо, то есть креосона. О, креосна нету. Вот. Поставил печки, плавится металл, чтобы побыстрее поставить уже печку хорошую, чтобы она уже быстро все это дело плавила. Так. Из того, чтобы я хотел посетить в первую очередь. Ледяная пещера. Около этого. Ледяная пещера. Вообще, я могу стряпать себе этот сраный пульт. Вроде бы нет. Мне нужна полимер, цементная паста. Етишкина радость. Полимер, цементная паста. Кстати, а давай посмотрим. Я вообще могу стряпать себе станок. А? К примеру. И что мне на него не хватает? Хотя не, давай лучше не вот эту, а вот это. На него мне не хватает селитры. У меня даже нефть есть? В смысле? Откуда я нефть долутал? Ух ты, нифига себе, у меня еще так много нефти. И надо цементная паста. Опять-таки же цементная паста делается здесь. Отлично. И селитры тоже делаются здесь. Ха! Так, селитрочка, давай. Поставил вторую стопку, чтобы было. Итого. 20 литров цементной пасты. Немного селитры. Делаем фабрикатор. Отлично. Вот уже лучше. И... А, блин, мне тот фабрикатор все равно нужно строить. Мне же ради печки его надо строить. Хе-хей, жопа. Ладно, в любом случае... Куда мне тебя поставить? Мне же тебя поставить нету места. Да уж. Я-то думал, сейчас сразу же пойдем что-то где-то и зачем-то. А в итоге я занялся буднями. Обычными буднями. Да, надо будет еще придумать, какой домик сделать и так далее. Ух, ужас. Просто... Ужас. Так. Полимерчик делается у нас здесь. Обсидиан и цементная паста. Я залутал обсидиан, это я точно помню. Угу. Тут недалеко тоже опять-таки же летал.
Там что-то такое был махач жесткий. Дрались все там... О, что-то маловато. Дрались там все скорпионы, анкилы, аргентависы. Я так подлетел. Смотрю на них. Залутал обсидиан, они все еще дерутся. Отлетел подальше, смотрю, они все еще дерутся. Думаю, ну ладно, деритесь мне-то что. Ну вот как-то так вот я и нашел себе обсидиан. Так, цементная паста. А мне нужно 10 полимера, да? Я просто пока сейчас создавал все это, я чуть ли не забыл, что мне нужно. Ху-ху! Отлично. Бензин. Я очень сильно привык к тому, что... что стоит генератор и так далее. То есть просто вот эти вот будни, ну, то есть обычная вот эта вот беготня и так далее, просто прям уже выбивает. Так, дубину выкидываем. Нафиг дубину. Нафиг дубину. Пики тоже выкидываем. Веса дофига занимают. А вот лучше металлическую создадим. Да. Но от нее будет больше толку и меньше веса. Больше толку, потому что она не сломается при уроне. А, отлично. Бензинчик есть. Пика есть. Полимерчик. Ща будет. Так, сэндэй. А, соответственно, что? Сейчас будет и пульт. И создаем. Отлично. У меня появляется пульт, я теперь могу телепортироваться. Все просто замечательно. Так, прячем фенрерчиком. Я, по сути, я сейчас могу их уже вызывать. Но у меня нет еще стен, которые будут защищать динусов от всяких случайно заспавнившихся уродов. Поэтому пока что так. Вот так вот. Косаречек. Отлично. Теперь можно лететь. Я хочу не пользоваться потами на скорость уже прям, когда вот прям приспичит конкретно, тогда и буду пользоваться. Что так ярко? Блин, это дефолтная гамма. А ярко, что просто ужас. А? Вот где-то... А, вон обсидианчик. Вот я где-то там залутался. Или там, или там, и там и залутался. Примерно в том районе. Так. Оу, 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 оу. Просто один FPS. Ты что? Это что меня тут такое сейчас ты прогрузило? Алло. Я тут сколько раз летал? Воу, 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 воу. Эй. Что-то мне тут не нравится. Нифига себе. Смешно. Ладно, летим туда. Ледяная пещера. Кстати, почитал про... Ай, как ты у меня, братан, называешь? Ну, вот про вот этого летунчика. И там, блин, там прикольно сказано. Типа, он как Дезмод может летать в пещерах. Но в сравнении с Дезмодом, кстати, вот они все кристаллы, прикиньте. Я сюда... Сколько кристаллов лежит? Вот. И там, типа, написано, что... Только в сравнении с Дезмодом... А, тут всего лишь-то, ничего лишь-то. В сравнении с Дезмодом, он имеет преимущество тем, что он может летать на аберрации. А вы знаете, там летунов нету. И на генезисе. А вы знаете, там летунов нету. Твою мать, я просто такой читаю, думаю, обалдеть. Как бы мне это было бы хорошо с ними летать, но я же играю... В общем, где эти, то есть, чуваки только со своей карты. Хм. Здесь получается просто, то есть, никаких ни входов, ничего, здесь просто тонны кристаллов, и все. Хм. Это прикольно.
Так, сейчас я лутаться не буду. У меня кристалл есть. Бур надо бы сделать, но мне до туда еще, ох, как далеко. Так. Ой, выносливость, нифига себе, чуть не забыл про выносливость. Так, где-то вот в том районе, по карте, я видел, были бобриные хатки. Они прямо обозначаются на карте, бобриные хатки, все дела, и почему-то туда не сгонять. Не посмотреть, что, когда, где. Естественно, здоровочка. Здоровочка это точно нужно. Урон, по идее, ни к чему. Но посмотрим. Сова? Етишкина. А чё я думал, что здесь сов нету? Не, ну по идее логично, что здесь будут совы. Потому что... Ну они же появились... То есть эта карта появилась после генезиса. После экстиншена, камон, конечно, экстиншены появились, но я, конечно, да. Давай посмотрим, что здесь случилось. Маскировочный... Ладно, маскировочные ботинки, блюпринты, это хорошая штука, пускай будет. Но рецепт снайперского прицела, конечно, посос. Ладно, уже получше. Где-то здесь же были руины. Руины не руины, но старая постройка где-то тут стояла какая-то. Вот ее и хочу глянуть. Но где? Я, увы, не помню. Где-то в этом районе. Вот они. Тяжело их заметить, потому что, ну, сами понимаете, зеленые в зеленом заметить крайне тяжело. Так. С летунчик слазить на всякий случай не буду. Ну, мало ли кто нападет, и, ну, потом мне летунчика как-то надо спасать. Блин, прикольная постройка. Прям прикольно. О, здорово. Спавнят тут всякие. Ну ёб твою за ногу. Урон, наверное, все-таки надо качнуть, да? Урон, наверное, все-таки надо качнуть. Это выглядело как-то убого. 80 урона вносить. Так, а что у нас наверху? Ну, в целом понятно. Постройка, конечно, красивая. Прям супер красиво. Ну-ка, он слутается. Да, ну это обычное. В общем, здесь любые растения, это простые растения. По крайней мере, какие я только уже экзотические растения не пытался лутать, все со всех них лутаются только ягодки. Ну, обычные дефолтные ягодки. Но прикольно. Прикольно. Конечно, да, здесь построиться с одной стороны прикольно, но с другой стороны нет. Как-то все там слишком хмуро, я бы так сказал. Так, пока я летел, искал здание, мне пришла мысль. Нарёшь Кастрыдес. Ага. Интересно. А здесь он их вообще не заспавнил, да? Интересно. А здесь он их вообще не заспавнился. Хотя... Блин. Ну ладно, хорошо, хоть так додумался сделать. А то долго бы я искал тех бобров там, где их нету. А так они должны где-то вот в этой воде, как я понимаю, ну то есть вот здесь на берегу, плюс-минус соваться. Судя опять-таки же по карте. Карты ресурсов, я имею в виду. То есть они где-то вообще здесь должны тусоваться.
Допустим. Но мы прекрасно видим, что здесь никого нету. А самое главное, ничего нету. Так, приземляемся и летим до дому. Хе-хей. Быстрое перемещение — это очень прекрасно, когда ты играешь на локалке. Почему? Ну, потому что так намного быстрее. Кстати, да, я томил этого птерчика уже баранинкой. У меня тут барашек 150-го, между прочим, левел заспавнился. Я финрирчиком сразу же его завалил. И, ну, как видите, баранинка у меня, в общем, теперь нарвался. Так что нормально. Прикольно, весь розовый. Почти весь розовый. Так. Ну, конечно, да. Такого вот интересно. Ох, а тут еще и помимо большой плотины еще и маленькая плотинка. Обалдешечки. И здесь я смотрю, еще заспавнились костры Десс пока. Да они еще заспавнились. Кайф. Ха, также показывает 8. Ну-ка, погоди-ка. Может, это... Где ты? Вот лошара. Так, вот так вот убираем. Не, он также показывает 8. А, вот они просто здесь в одной куче все тусуются. Все нормально. Все нормально. А что там, такой островочек у меня на карте? Интересненько. Так, ну, 3 бобра — это уже немножечко жестко. Да. Как же у меня от вас избавиться чутка? Так, мне пришла идея в голову, прям очень прекрасная. Какая? Вы сейчас ее увидите. Так, во-первых, давай-ка ты пассивочку сразу сядешь, ага. У меня же есть летунчик. Кропик мне сейчас поможет. Кропик, микропик. Так. Хоп. И все. Чем кропик-микропик поможет? Да тем, что они не упадут вниз, они останутся здесь. И, то есть, мне не нужно прям экстренно пытаться садиться на седло. Я просто взлетаю, и все. То есть у меня автоматом летун уже на мне. Это прям кайф. Это прям кайф. Остается что? Правильно, подождать, пока они отагрятся. Хе-хе-хе-хе-хе. Самое тупое, я бы так сказал сейчас. Это ожидание. Рапторов, конечно, на этой карте что-то прям бесячи много. Кстати, а что вы? Еще не отагрались? Они же тут туда-сюда пытались бегать. Прям. В общем... Всячески пытаются что-то придумать, но пока что нет. А вот то, что рапторов дофига, это прям меня раздражает. У меня арбалет еще выложил. Да. Просто если эти чуваки здесь останутся, есть шанс, что они еще хатки построят. Еще хатки, еще цементные пасты. Да. Очень удобный кропик. И вот я думаю, наверное, ему все-таки есть смысл качать тогда... вес. Немножечко, немножечко, немножечко. Вот примерно вот столько вес. Ой, как красиво, 750. Очень даже красиво. Ну и здоровьишко. Пускай у него будет здоровьишко. На всякий случай. Ну мало ли, вдруг какой-то массовый урон будет наноситься. И по нему, соответственно, будет урон проноситься. Хитин надо положить. Хитин в него надо положить. Не забыть. Слышь? Ну-ка, братва, давай разбирайся с ним. Красавы! Давай, мочи козлов! ЕПРСТ, ну я же за вас был. Вот так вот. Болеешь за них, болеешь, а они... А они помнят, что ты у них
хату спер. Так. Давай смотреть, что здесь в итоге. Выносливость, я не знаю, нужно или нет. Но давай качнем, чтобы было... Блин, вообще красивое число. Обожаю такое число. Прям урон... Там что-то есть какая-то фигня с уроном, что-то где-то, но я, честно, не помню, поэтому заворачиваться по этому поводу не будем. Давай лучше та вот здоровечка качнем тебя. И чтобы она вот была уже на всякий случай. А вот хитинчик-то надо добыть. И положить в инвентарь. О, все, забыли об этом. О, савы! Кстати. Все, мир. Дружба, жвачка. Отлично. О, это летун, с которым можно плавать. Это летун, который тебя спасет, вытащит из воды. Давай. Отлично. О, я их обожаю. Я их реально обожаю. Хоп, хоп, хоп. Ух ты, жиропост. Это, конечно, не хитин. А, вот откуда у меня нефть. Не шутя, я реально не... О! Ну, подождем еще. Ладно, пойду еще ждать. Я подумал... У меня уже цветочки залутались. Я сделал хилку. Кропсик мне помог эти цветочки залутать. По-моему, очень даже правильно будет помочь Кропсику восстановить здоровье. Блин, ты козел, давай уже там отагривайся. Сволочь. Мелкая. Ну, спер я у тебя хату. Че ты вот это? Это ёб твою ж за ногу. Как тут небезопасно-то у вас, а? Братва! Вы не представляете, как тут у вас небезопасно. Я вам помогу! Только на меня не агритесь, пожалуйста. Лично. Главное тебя случайно не зацепить. Кстати. И кстати. Почему бы нет? Ну, да я трупик залутаю. Спасибо. Все, я текаю от вас. Но я еще вернусь. Так, ну что? Красота. В целом, конечно, вот эти вот будни, это еще, конечно, то веселье. Показывать... Ой, ты крафтер. Так и охота спуститься и завалить его. Только там много всякой гадости и без него. Блин, там бобрычка, конечно, вы в прикольном месте заспавнились. Они типа такой и безопасности, и вода, и все дела. Блин, классно. Я, честно, не представляю, как я буду без Кропса тусить. Вот прямо я не представляю. По ходу дела, Фенрир и Кропс со мной будут путешествовать по этим картам. По остальным картам, по всем. Это прям вообще, это мастхэвный летун. Вот честно, не шутя. Это прям масхевный летун, потому что он прям магет. Че у меня такое прогружается? Вроде все на компе выключил, чтобы ничего не лагало. Но какая-то хрень прогружается постоянно. Так. Я вот думаю, есть ли мне смысл томить диносов на добычу ресурсов? Как думаете? Или же все-таки... Блин, а где я черный жемчуг добуду? Кстати, интересно, а есть ли на карте черный жемчуг вообще? Хм. Так, черный жемчуг есть. Но он весь под водой, что логично. Но есть пару мест, где он не под водой. О, выносливость тратится. Кстати, если я залезу к тебе в инвентарь... Слушай, ну короче, выносливость тебе точно нужно качать. Прям без вариантов. Ну смотри, я уже просто сколько лечу, и выносливость тратится. Офигеть. Круто. Ой,
Короче, полетели к одному месту, где по Вике он есть на суше. 61,5 на 45,37. Это место, где, по крайней мере, показано, что это на суше. Лететь долго, лететь далеко. Но понимаете, что лететь нужно. Кстати, я сейчас задумался. Это он является летуном или не является летуном? Синомакропс. О, значит, я правильно запомнил. Че я постоянно думал, что я неправильно запомнил? О, а эти не юзаются на него. То есть он и летун, и не летун одновременно. Прикольно. То есть этим его ускорить никак не получится. Хотя если в... Какой островок прикольный? Не, на острове строится это... Ну, блин, хрень. Это не прикольно. Кстати, давай-ка сделаем... Как на этом. Дефолт это вот это. А мы сделаем гамму 2. А ночь сделаем гамму 3. М? Не. Все-таки надо делать как на Генезисе. Во! Вот! Вот, нормальная гамма же. Где можно и полторашку сделать. Нет, с одной стороны, да, на острове прикольно. Типа, вот, и кто на меня здесь нападет? И кто здесь заспавнится? До дошки? А? Нет. С другой стороны, ну, блин. Хотя, ну, опять-таки же, у меня есть телепорт, я могу куда хочешь добираться и так далее. То есть построить маленький домик и не париться? А? Интересная мне мысль все-таки пришла в голову. Прям реально интересная мне мысль пришла в голову. Походу дело на острове построиться не такая уж и фиговая идея. А там у нас кто летает? Пигмастаксы. Ужас. Там что-то я читал про пигмастаксов, что они это... Ну, как вариант, это, по крайней мере, как я понял, что это отпугивает именно не диких, а тех, кто сидит на плечах. То есть пигмастакс же, он сидит на плечах, и вот он типа их отпугивает. Кстати, стоять! Ну-ка. Мы летаем 48-62-24. Ну да. Ой, за ногу. Забыл, как крылья работают. Хоп, отлично. Координаты 48.62 на 24.09. Вот именно туда нужно попробовать сгонять, потому что хоть и под водой, если не сильно глубоко, то мы залутаем там жемчуг. Хе-хе-хе. Базилка, блин. Ну, базилка, конечно, прикольная для подводного, если честно, вот вспоминая то, как я на фьордах тусил. Базилка клёва. Но то, как ведет себя под водой, это, блин, ну, то есть на глубине, это прям очень тяжело. То есть, и поэтому сложно сказать, клевая базилка или все-таки не клевая. То есть, и да, и нет. Так же, как все остальные, получается. Ты, типа, под водой чувствуешь себя нормально, но могут выбить седла. Да уж, такое себе. Так. 24. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот в ту сторону. 48. Ну да. И вот примерно туда и лететь. Интересненько. Давай посмотрим. Ха-ха, смотри. На выносливость. Она увеличивается. То есть, если что, в него можно стимбры закинуть. И это офигенно.
и восстанавливают. То есть, пока ты летишь, вот так вот планируешь, залезаешь к нему в инвентарь и восстанавливаешь ему стабинку. Клево. Мне просто сейчас эта мысль пошла в голову, а думаю, а можно ли так? Не да? Так можно. Так, летим, координаты 48,5. Я просто пока с этим экспериментировал, в итоге улетел уже не туда. 48,5 на 24. Блин. Это самый полезный Линус. Летает, рюкзачок, уменьшает вес, спасает из самых жопных порой ситуаций. Очень полезный Динос. Блин, я опять перелетел. 48,5 это у нас вот туда. Да, то кислорода-то нету, нету, нету кислорода. Плавает он под водой без кислорода. Так, ихтиорность, нет. Иди в жопу. Так, не, давай лучше, учитывая, что у меня нету баллона, давай лучше это. Вот здесь что-то. 48 на 62. И на 24. Так, это вот сюда примерно. 24,09. Ну вот примерно вот здесь-то. Так. Ты прикольно. Ягоды под водой лутать, конечно, это смешно. Так, я не нашел. Не нашел же? Ну да, ягоды нашел, а это не нашел. Хм, интересно. Ну, давай еще пошаримся. Вот это прям практически точные координаты, которые показывает Вики. Ну и, соответственно, вы видите, что здесь на дне ничегошеньки нету. Так что... Зато... Амавери есть. Подводные амавери. Yeah. Ну да, тут как бы это все было бы видно. В любом случае. Столько потраченного времени зазря. С одной стороны. А с другой стороны... Давай. Отлично. А с другой стороны, я додумался до того, что можно в полете его восстанавливать выносливость. Это дорого стоит. И вот нам вторая точка в этой же примерно местности. Так. Где показывают, что они есть. Но я здесь тоже ничего не вижу, кроме подводных ягод. Подводные ягоды. Они, наверное, вдвойне вкуснее. В скобочках нет. Ну, в общем, как-то так. Да, единственное, что из-под воды надо подниматься именно прожатием пробела. Потому что если начинаешь зажимать пробел, то он начинает ускоряться. То есть я вот сейчас я просто зажал пробел. И он меня, получается, ускоряет в плавании. Хе-хе-хе. Прикольно. Ладно, погнали на сушу, про которую я изначально говорил. Вот, кстати. Ярая представительница того, как они реагируют на тех, у кого есть хитин. То есть, кто состоит из хитина. Он просто на него сагрился, и, кстати, здесь было две ортоплевры. Здесь было две ортоплевры. Понимаешь? В чем весь прикол? Ух ты, козлинка, ты мне сломала пику. Тварь сломала. Я забыл, что они ломают то, чем ты их атакуешь. Я помню, что она броню ломает, но я забыл, что еще это. То есть, короче, этот чувак в одного напал на двух ортоплевр и разнес одну и вторую почти разнес. Топовую. То есть, если бы она была бы не топовая, то он бы ее бы просто как нефиг нафиг. Так. В итоге, координаты. Вот так, и это в обратку. Что там? Астега.
37. Вот, понимаешь, вот эти вот координаты показаны на этом. Ну, то есть, как бы, не верим карте ресурсов вообще. Как это ужасно. 61-50. Вот даже давай вот так вот. Так, где вот так вот? На 45-37. Вот так. Где мой жемчуг? Судя по карте. В текстурах. Давайте считать, что в текстурах. Потому что здесь может быть какая-нибудь пещера под низом. И... А может и нет. И там может, соответственно, что-то быть. Да. Но путешествие не зря было. Во-первых, я узнал... то, что без микропика я точно не смогу ничего делать. Я слишком привыкну за это выживание, и в дальнейших выживаниях он мне явно будет нужен. Это во-первых. Ну а во-вторых, мне пришла идея все-таки в голову с постройки на острове. Для чего постройка на острове? Для того, чтобы, во-первых, выживалось лучше. Чтобы всякая шваль на меня не нападала. Не спавнилась. Вот. А во-вторых, ну, в этом будет какой-то символизм. В каком плане? Ну, карта же называется Lost Island. Вот и построимся на Айсланде. На потерянном Айсланде. Острове. Ну и немножечко добыть ресурсов тоже никогда не повредит. Немножечко. Чуть-чуть. Самую малость. Летит, конечно, яростно и быстро, особенно когда с высоты. И на ускорение. Хочу сгонять в пустыню. Ну, раз уж я рядом с пустыней. Ну, как? Будем считать, что рядом с пустыней. Не будем вспоминать, сколько я пролетел. То я решил, а почему бы нет? Почему бы и не сгонять, не посмотреть? Эй, видали, да? Вот это путешественник, ёшкин кот. И все благодаря микропику. Немножечко камешка, немножечко железа. Кристалл увидел. Почему бы нет? Пускай будет, раз по пути. А тут глубоковато. Дункалиастей. Я ж вас никогда, по сути, и не томил, если я не ошибаюсь. Но вроде бы я не томил Дункалиастея. Я просто думаю, если мне нужен будет какой-то подводник, то кого томить? Базилку не хочу. Он в глубине себя чувствует не очень хорошо, и мне от этого самому нехорошо. Одно дело, когда по моей вине Дина может сдохнуть, а другое, когда он просто, извините, я не знал, что он на глубине может сдохнуть. Вот как бы такое себе. Так, отлично. Я забыл, что уже день, но надо яркость вырубать. Ей, птички за мной бегут. Отлично. Пустыня. Вот мне интересно, а червяки здесь есть в пустыне? Выглядит так, как будто бы есть. То есть это огромная локация, почему бы и не быть здесь червякам? И вот это мне, конечно, сейчас интересно. Как проверить? Ну, по идее, немножечко полетать. О, богомольчик. А, ну, слушай, если есть богомол, то урок червя надо как-то доставать. А значит что? Значит, червяки должны быть. Хе-хе-хе-хе-хе. Самое смешное, что они тогда будут в воде тусить, червяки. Ну, типа под текстурой. Под текстурой уйдет вода, поэтому... Но, хотя нет, больше смешно выглядит, что под песком есть вода. Вот, вот это куда больше смешно выглядит. Махач.
Но я червяков не вижу. Мы прекрасно помним, как я охотился на червяков на этом, на Скёрче. И мы прекрасно помним, что червяков видно. И даже не в упор, а они издалека начинают спавниться, и их начинает видно. Квактус. Прикольно. Надо бы подлутать. Вот так вот бегаешь здесь, и такое прям ностальжи конкретное. Вот прям вот, вот эта пустынька, вот смотришь на нее, прям конкретный Скёрч. Блин, прикольно. Вот атмосфера прям не кисло передается. Вот это вот и все. Конечно, да, если вот туда не смотреть, там горы, вулканы, все дела. А вот так вот, то ты видишь Скёрч, а еще видишь серу. Да. Видишь серу, добыть серу, она нафиг не нужна, но когда-нибудь тебе пригодится, чтобы из говна ее не делать. Не, ну а что, по пути? Почему бы нет? Скорпион там на кого-то пошел нападать. Бузит конкретно, он бегает. Лапки поднял. Нефтяная. Так, ты добываешься? Жаль. Интересненько. Отлично, отцепился. Фу. Тоже не добывается. Жаль. Ну слушай, интересно, а богомолов что тогда рогами шерстяных, ну это, ну носорогов, короче, что ли, тормить рогами носорогов? Хм. Это надо будет посмотреть. Вообще они здесь реально спавнятся, не спавнятся? Ну как-то же должны добываться, по идее, рога для богомолов. К примеру, на Рагнароке я знаю, как добывается. Жопошно, долго, сложно, но добывается. А как здесь? Хм. Пошел дождь. А я в пустыне. Хм. Прикольно. Не, я слышал, что и в реальных жизнях в пустыне бывает идет дождь. То есть это как бы нормально. И такое бывает. Редко, но бывает. Но все равно пустыня и дождь как-то в голове не укладывается. Типа, что? Дождь в пустыне? Что? Какого фига? Да, походу дело придется рогами этого носорога шерстистого томить. Ну, тоже как бы не сильно-то сложно. Учитывая, что их там несколько штук нужно будет. Но опять-таки же я пока еще не знаю, буду ли я богомольчика юзать или не буду. Тушкан, здорово! Блин, я давно их не видел. Я реально тушканов давно не видел. Вот это, конечно, встреча, это еще та. Опача! Опача! Органический полимер, добрый вечер. Я про полимерчик вспомнил. Чуваки. Ну. А, не, погоди, братва, стоять. Ну-ка, Фенрир, я выбираю тебя. Вот это вы мне напомнили зря. Ой-ой-ой, это вы мне зря напомнили. Где там у нас богомолы, говоришь, тусуется? Тушканов они замочили, ты посмотри-ка, а? Тушканы мои друзья, их нельзя бить, они клевые. Кстати, я теперь имею 3 инвентаря. Первый инвентарь, второй инвентарь, соответственно, мой, и третий инвентарь. Хе-хе. Кстати, а что это такое тут появилось? О! Не, прикольно. Раньше что-то этого не было. Офигеть!
Легендарная бензопила! И седло для богомола легендарное. Вот это дропик. Черт побери, походу дела реально придется богомола томить. Не, ну блин, легендарное седло, это, по-моему, надо реализовывать. Вот чтобы оно все-таки было. Ёшкин кот. Вообще, я просто летел в ту сторону, чтобы там поставить телепорт, типа, более или менее центр, все дела. И назвать его пустынька. Ну, если мне нужен будет, допустим, органический полимер, либо еще что-то, то я, чтобы быстрее добираться сюда. Но я вот такого не ожидал. Бензопила, конечно, это топ. Ну, блин, богомол. Не хочу лишнюю живку томить просто. Вот в этом-то и весь прикол. По сути, бензопила, к примеру, и мне уже и дерево добывает. Огонь с запасом. Бур состряпать останется и все. Так, если подумать. А у меня еще, у меня есть рюкзачок, который прям конкретно, хоть забивайся ресами, он все вмещает. Вот как-то так вот и задумываешься. Блин, офигеть, седло какое кайфовое. Пяу-пяу-пяу. Вот поэтому и задумываешься, а надо оно или нафиг не надо. Офигеть! Видели? 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 Там успело мелькнуть. Я просто сейчас лечу и смотрю в левом верхнем углу. Червь смерти! Черт побери! Они тут есть! Они тут есть! Червь смерти! Да подожди ты, бляха-муха, на, пожри. Так. Погнали. Обалдеть. Да подожди ты. Я тут червяка смерти видел. Краем глаза, краем уха зацепил. Да-да-да-да-да, здорово. Блин, ну что, хитин и не злутаю, ага. Там от него и пузырек бегал. Офигеть! Где ты, чертов червячок? Я вас давно уже не видел. Вот ж козел пустынный. Я тебя все равно найду. Но немножко тупой. Я опять забыл про этот мод. С одной стороны, это хорошо, что я забываю. 15? И я, кстати, почти ушел с той области, где они тусуют. Давай, червячок, иди сюда. В смысле? Ах ты козел. Он задиспавнился, твар. 14. Ну не козел ли? Вот супостат недоделанный. Так, глисты, идите нафиг. Обалдеть. Давай. Вот он тусуется в воде. Да, иди сюда. Наконец-то. Я реально забыл про это. Ей, иди сюда, паровозик. Чу-чу. А погоди. Ты такого явно не ожидаешь. На тебя. А вот теперь это как червячок с... Эй, попади, пожалуйста. Да ты-то чё тут лезешь? На тебя. Сколько кератина. А вот и черный жемчуг. Добрый вечер. Объявляется охота на червя. Да. И всего-то нужно 6 червей, походу, дело замочить. 36 черного жемчуга. Да уж.
Это было неожиданно, он просто заспавнился у меня за спиной. Он прям реально заспавнился у меня за спиной. Охренеть! И это в тот момент, когда закончилась выносливость. Ну ты и гнида! Ля ты крыса! А еще он собака откидывает, и к нему тяжело подойти. Но! Самое главное, это обмануть его. Блин! Блин, козел, жмот и супостат. Ну, по ходу дела, охота на червя отменяется. Ладно, еще одного смочу. Самое, что тупое в этих червяках, это то, что они деспавнятся. Альфа, что ли? Не. Это... Не, он просто красненький. Господи. Я реально подумал, что это альфа. Я забыл, с него просто рандомный лут же падает. Да уж. Ну вот. Ну вот и, собственно, и ответ на то, что с них я очень долго буду лутать черный жемчуг. Надо где-то в другом месте сходить. Я стрелобитов его быстрее, наверное, залутаю. Ну да, бог с ним. Когда-нибудь и залутаю. Урон. Ну а я что? А я буду с вами на этом, пожалуй, прощаться. Долгая, очень долгая серия, нудная и не знаю, может и понравилась вам серия, кто знает. Это вы уже скажете в комментариях, понравилась вам серия или нет. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.